Всем привет! В этом видео покажу один скрытый и вредоносный сервис на вашем Xiaomi, который обязательно нужно отключить. Итак, открываем настройки, идем в раздел приложения, все приложения. Справа вверху нажимаем три точки. Если у вас есть надпись вверху «Показать системное приложение», нажимаем. Если у вас так же, как у меня, «Скрыть системное приложение», ничего не нажимаем. В поисковой строчке вбиваем MSA и открываем этот сервис. Он постоянно работает в фоновом режиме, нагружает оперативку, расходует заряд батареи, занимается сбором данных с вашего телефона, мониторит все, что вы делаете в браузере, на каких сайтах сидите, что вбиваете в поисковую строку, потом выкидывает рекомендации, различную рекламу, якобы для вас полезным. Удалить это приложение мы не можем, но мы можем его приглушить. Сейчас покажу, как это сделать. Выходим. Теперь нам нужно приложение «Безопасность». В самом низу нажимаем «Конфиденциальность», «Специальное разрешение», «Экономия заряда батареи». Ждем загрузку. И здесь ищем сервис MSA. У меня его не показывает, так как я нажал пункт «Экономить заряд батареи». Вы находите его, нажимаете и нажимаете «Экономить». Потом нажимаете кнопочку «Готово». После этого выходим, идем назад. То есть и тут нам нужен раздел «Неограниченный мобильный интернет». Нажимаем, находим сервис MSA. Сейчас найдем. Вот он, этот сервис. Если у вас тут включен тумблер, обязательно выключаем. Теперь идем назад. И сейчас мы отключим с вами самую важную настройку. Это уже будет концовка. Итак, заходим в настройки, идем в раздел «Пароли и безопасность», листаем самый низ, «Доступ к личным данным» и обязательно отключаем тумблер напротив MSA. Читаем: «После отзыва разрешения приложение прекратит сбор данных и удалить все свои данные с серверов. Это может сделать приложение практически непригодным для использования. Отозвать разрешение». Нажимаем кнопочку «Отозвать». Ну и на этом все, друзья. Приложение мы с вами заглушили. На этом закончились все наши манипуляции. Все мы с вами сделали. Благодарю за просмотр. Прожимайте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.